Селекционно-семеноводческая компания «Гавриш» представляет морковь сорт «Нантская 4». Это среднеспелый сорт, 78-108 дней до сбора урожая. Корнеплод цилиндрический, тупоконечный, длиной до 16 см и массой до 160 грамм. Сердцевина округлая и угловато-округлая, поверхность гладкая. Урожайность 2,5-6,5 килограмм на квадратный метр. Номер партии 28251, вес семян 4 грамма. Четыре целых 22 грамма на весах.